Вы заметили, что в городах многие заводские трубы перестали выбрасывать облака черного дыма? Это потому, что вместо угля в топках горит газ. Газ – удивительно удобное топливо. Его не надо дробить, как уголь. Он легко воспламеняется и почти не оставляет вредных продуктов сгорания. Вот поэтому и прокладывают строители из далекой Ухты стальную нить газопровода. Эта работа связана с большими трудностями. Надо было пройти снежную тундру и таежные дебри, преодолеть сотни рек и болот. Здесь работают выносливые и мужественные люди. Этому газопроводу дано поэтичное название «Сияние Севера». По нему газ ухтинского месторождения пойдет в Древний Торжок, а оттуда в Москву и Ленинград. Сейчас работа близится к концу. В этом году новый газопровод вступит в строй.